Хей, окей, с вами Шмиди, и мы продолжаем проходить игру по названием Mega Man 2. В прошлой серии мы прошли с вами... Флэш, нет, не Флэш, а Хэтмена. Хот. Хэт. Горячего мужика. И теперь мы с вами отправляемся в лес. Потому что у нас что есть? Правильно, огонь. А деревья что боятся? Правильно, огонь. А вот мы. Ты. Сохранить игру сразу. Типа летучие мыши. И на самом деле еще... Нас хотя бы хилят. Довольно неплохо. Так, стоять. Что мне сейчас интересует? У меня же все заполнено, да. Сохранить игру. Единица. Давайте я сразу посмотрю, что единица делает. АФ. Короче, это платформа обычная. Держу в курсе. На самом деле это фигня. Как я задамажился, я даже не знаю. Пробегаем, убиваем кроликом. Падаем. Сохранить, да, вот, окей. Падаем сюда. Ага. Сложности. Он просто стрелял по дуге. Окей. А, так у нас тут не один такой. Я думал, типа босса. Ну, мне кажется, в широком... Ну, в таком более-менее вам подойдет. Ай. Ай-яй, пёс. Псина. Махай псина. Ладно, один раз, если коснут меня, это не опасно. А летучие мыши самые легенькие. Они как враги. Воу-воу-воу. Нихера себе. Жесткие яйца. Яйца жесткие. Пока что самый сильный это вот это яйцо. Даже кролик не очень сильный. Что, босс? Что, босс? Вот ты какой оказываешься.
А я думал, там враг ничего не представляет из себя. Да-да, конечно. Ничего не представляет. Это что за херь? Сколько там мага нужно тебе? Манать. Он хотя бы убивается? Класс. Кажись, я нашел золотую жилу, куда спрятаться. Да. Нет! 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 Давай. Да, здесь обычная комната для подготовки к битве с врагом. Ага. А кого нам дали? Хе-хе-хе, да? Его дали. Или ошибаюсь? Хотмена. Ну правильно, его. What the fuck? Next. Давайте металл попробуем. Но первым его сразу не атакуешь. Вот его слабое место. А почему огонь показывал там? Не слепилы. Окей. Лучше самому искать лучший вариант. Вот этот босс, да, более такой, ну, блин, нет, хотя от листьев просто отпрыгиваешь и уворачиваешься, которые сверху падают. И все. То, что он просто ближе к тебе становится. Это то да. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.